подмерз снег такими дырочками. Здесь, видимо, дерево капало. Он так хрустит сегодня. Какой воздух морозный, хороший. Слабый-слабый морозец. Впервые вижу такой наст в дырочку. Он весь здесь такой. Где-то там солнышко за облаками. Так, а вот здесь вода не замерзла. Наверное, минус один сейчас. Ой, ой! Ой, холодная. Так, сегодня захотелось именно по лесу пройтись. Не по дороге, а по лесу. Или по лесу. Ой, меня так любят учить. Написали же мне комментарии. Вы неправильно произносите. Ой, какое вы? Ты. Мне кажется, ты. Ладно, не буду говорить, ты или вы, потому что в одном было ты, в другом вы. Значит, не творог, а творог. Ой, ребята, тут оба ударения считаются нормой в русском языке. Ой, я об этом знаю давно, поэтому я говорю и так, и так. Да разве в этом дело? Да разве в этом дело? Мы все иногда что-то неправильно произносим. Это нормально. Это нормально. Это только профессора филологии знают, помнят все правила русского языка. Ну, посмотрите, как красиво, да? Как она ждала этой прогулки? Как она ждала? Ты ждала? Иди сюда. Сплошной хруст. Так, тропиночка просматривается, можно по ней идти. Так, я боюсь, что ей больно лапкам по такому снегу бегать. Не больно? Эльза, как лапочки твои? Иди покажи свои лапки. Птичка поет, да? Ты слышала, да? Поет. Первая тропа бобров. Когда снег, тогда видно, как они здесь перебегают дорогу. И сюда, в канаву. Вот там у них вода. Сейчас замерзла. Так, давай посмотрим теперь вторую тропу бобров. Сейчас покажем. Так, вторая тропа бобров. Вот только не понимаю, что они бегают туда-сюда. Бегают. И вот туда. О, там даже накололи щепок. Не было в прошлый раз. И вот там у них подземный вход. Так, видите, немного пробило солнышко.
Видно по тени, да? Повеселела сразу. Мы нагулялись, солнце хорошо выглянуло, стал таять, льдинки стали таять на деревьях и блестеть на солнце. Птички появились. Слышу, уже соседи приехали рядом на дачу. Что они там делают? Кусты все полегли от тяжелого снега. Вот они как согнулись, бедные. Кто это летит, Эльза? Коршуны. Коршуны летели, да? А? Коршуны, говоришь, да? Может быть. Ястребы. Или ястребы. Какие, знаешь, хищные, да? Два раза. Они никуда не улетают, да? Я не вижу. Угу. Ну, а я что-то ляпнула. Аисты. Говорю, летят. Аисты летят. Ну, они так показались. Большие такие. Привет. О, привет.